Пластика, грация, изящество, свобода в каждом движении. За 27 лет существования государственный ансамбль танца «Черное море» завоевал любовь и уважение публики. Основатель и идейный вдохновитель – заслуженный артист Украины, заслуженный деятель искусств Республики Крым Игорь Зенин. Он руководил коллективом более 20 лет. В 1991 году все начиналось с желания создать яркий танцевальный ансамбль. Тогда он назывался концертным гастрольным объединением «Черное море» и включал в себя оркестр, вокальную группу и балет. Идея такая была, что, безусловно, это традиции города, это традиции классического танца, народно-сценического танца, ну и современности. Джаз, степ, бурлеск, модерн, буги-вуги, кабаре, танго, хореографические миниатюры – это далеко не весь репертуар государственного ансамбля «Черное море». Коллектив хранит богатое наследие народно-сценического танца, чтит историю и флотские традиции нашего города. География гастрольных туров обширна. Это многие страны ближнего зарубежья – Китай, Турция, Арабские Эмираты. Ансамбль неоднократно становился лауреатом фестивалей и конкурсов, в том числе международных. В 1997 году по телевидению был набор в школу-студию при государственном ансамбле танца «Черное море». Я поступил успешно в студию, 2 года отучился в студии, и меня взяли в государственный ансамбль «Черное море». Это был 1998 год. И по сей день я продолжаю здесь работать. При ансамбле работает школа-студия «Черное море». Сейчас здесь обучают хореографии, акробатике, танцу и актерскому мастерству более 300 детей. В этом ансамбле я танцую уже 14 лет. Пришла я сюда в 13 свои, в школу-студию «Черного моря». Сначала отучилась, потом уже меня взяли в основной состав ансамбля. Да это все вся наша жизнь. Есть семья дома, а вся остальная жизнь проходит именно в ансамбле, в концертах, в репетициях, подготовках, в гастролях. За долгие годы коллектив превратился в большой танцевальный ансамбль с неповторимой творческой манерой и традициями. Концертные программы завораживают, захватывают разнообразием настроений, костюмами, удивляют многообразием хореографических находок. Концерт, посвященный Международному дню танца, будет не менее захватывающим. Мы представляем концертную программу «Мир танца», «World of the Dance». Мир танца, он поистине безграничен, и мы искренне надеемся, что все зрители, да, пришедшие на наш концерт, получат незабываемые эмоции. Да? Они будут настолько различны по стилю и направлению, как наши концертные номера в этой программе, так и те чувства. Для нас это очень важно, вот эта вот обратная связь. Танцевальное шоу, посвященное Международному дню танца, пройдет на сцене Севастопольского центра культуры и искусств в субботу 28 апреля в 18:30. Марина Иванова, Денис Александрович, Севинформбюро.